Встречаем наших бойцов весовой категории 93 килограмма. Абдухадыров Махмуд, Кыргызстан. И его соперник из Таджикистана, Ганиев Парвиз. Встречаем бойца из Таджикистана, Ганиев Парвиз. Отлично, оба бойца в октагоне. В синем углу боец, вес 93 килограмма, рост 108 сантиметров. Его рекорд 2 победы, 0 поражений. Команда Карасу, Рох, возраст 23 года. Его тренеры Асанов Джаныбек и Турдиев Маруар. Встречайте, дорогие друзья, Абдыхадыров Махмуд! Его соперник, победитель международного турнира России по боксу. Его рекорд 0 побед, 1 поражение. Возраст 23 года. Тренер Асхаров Муртазо. Таджикистан. Встречайте, Ганиев Парвиз! Бойцы на середину. Бойцы слушают мою команду внимательно. Сопщен, удары не бьем. Затылок, позвоночник, пах не бьем. Сетка, шорты, перчатки не хватаем. Удачи бойцам по углам. Первый раунд. Поехали. На награждение приглашается тренер Таджикистана Салиев Ильхом. На первой минуте первого раунда техническим нокаутом победил боец из Кыргызстана Абдухадыров Махмуд! На награждение приглашается тренер Таджикистана Салиев Ильхом. Тренер Таджикистана Салиев Ильхом, ваши аплодисменты нашему гостю!